Сейчас 7:30 вечера. У нас уже совершенно темно. Это мы выезжаем со своей улицы. Мы, это я и Александр. Вот он. Физкульт-привет. Физкульт-привет. Это там у нас так светится мост. Мы редко выезжаем такое время суток. Ну а сейчас едем в кафе. Будем в центре, покажем вам центр. Это мы едем по улице Громова. Сейчас она называется уже как-то по-другому. Ты помнишь? Максима Залезняка. А, Максима Залезняка. У нас очень много улиц имеют другие названия. Но мы еще по старинке все равно называем их. И, наверное, еще долго будем называть. А может, когда-то их назад переименуют. Потому что те названия были уже привычны. Это район Пилипенко. Ну, тоже, видите, так, темноватенько, конечно. Сегодня были у кума, у своего. Они поставили котел электро. До газового еще купили за 6 с чем-то тысяч гривен. Еще такой котел. И сейчас топят на этом, на электрике, на электричестве. Электричество, наверное, будет намного дешевле. Поэтому мы тоже уже задумались. Не спеши. Не спеши, о, слышите? Не спеши. Не спеши, потому что электричество тоже будет дорожать. Ну, уже подорожало. Ну, да. Не спеши. Но все равно. Сейчас, например, у нас дом, он, во-первых, не новый, во-вторых, он хоть и деревянный, обложен кирпичом, но полы тоже деревянные и сверху ДВП. Но там под полами только земля, то есть полы очень холодные. Кроме всего, Саша говорит, что и потолок тоже забирает много тепла. Поэтому даже если мы утеплили эту пристройку свою, ну, все равно надо газ включать. И уже давно включаем, потому что в холоде сидеть не будешь. Так, вот это там у нас это церковь. Ничего не видно, я думаю, там может светиться. Сейчас посмотрим, что делается в центре. Сегодня в центре там были соревнования целый день. Потому что я была в 10 часов, то уже тренировались они, я там кое-что записала. Ничего себе соревнования. Не знаю пока какие. Громко звучит музыка. И выезжают разные машины в центре города. Вот они показывают свои технические или какие там способности, умения. Я не очень разбираюсь в этом. Случайно попала. Поэтому снимаю для вас. Денег. Сильно большое солнце. Ой. Все. Отъездил, наверное, свою программу каждый. Стоят. Пройти на таких машинах тест-драйв. Сейчас пойду кого-то расспрошу, что это такое.
газовать обратно или не хватит. А вы не скажете, что это такое? Это соревнования? А? Соревнования какие-то? А что это за машины? Финал. Слава. Финал чемпионата автомобильного слава. Так они городские или какие? Все Украины. Черкасы, Киев, Вінниця, Запорожье, Западна. А Черкас есть? Это он уже ошибки делает, да? Остановился. Он не должен останавливаться, да? Саш, тренируется. А, Саш, сейчас тренируется, да? Еще, да? Так, а что же будет? Вот видите, куда вы со всей Украины были машины. Финал Кубка Украины по автослалому. А, поняли. Финал. Вообще. Ну, если так подумать, то все проходит. Вот сейчас мы едем в кафе, где будет выступать группа City Band, в которой работает и которой играет мой преподаватель по музыке. Ольдер Александр и ну, их группа. Поэтому мы решили поехать послушать. Так, улица Хрещатик. Приехали ЗАГС. Это 17-я школа. С какими колоннами прям. Тоже свет горит полсилы. Просто иногда интересно проехать даже нам. По такому ночному, это еще не ночной, а вечерний город. Это самый-самый центр. Слева филармония, справа тоже центр. Хрещатик Сити, не? Хрещатик. Что-то с памятью есть там. Ну, вообще, у нас очень хорошая камера, поэтому я смотрю сейчас на экран. На экране просто вроде бы у нас тут улица таких фонарей сильных. А так и даже можно почитать. Вот. А так, конечно, полумрак такой. Так, впереди у нас медицинская. Колледж медицинский. Так, тут здесь? Да, дальше. Я думаю, что дальше, если там напротив. Напротив библиотеки имени Шевченко. Сейчас будем искать, потому что мы обычно не очень ориентируемся по ресторанам, по кафе, по названиям. Названия меняются. Знаем, что где-то здесь должен быть кафе Булгаков. Такое запоминающееся. Вот. Где-то стоматология на каждом шагу. Ну, похоже, да? Угу. Нам еле нашли маленький столик. Оказывается, уже очень много людей. И мы сидим на таком балкончике. А вот так вот люди. Уже все места заняты. Так, быстренько проведу сюда. И вот мы здесь. Мы не знаем друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде.
совершенно случайно. Мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце. Ночи мы возвращаемся домой. У нас очень красивый город, и ночной в том числе. Впереди вот там через где-то, наверное, полкилометра, да, Днепр. Ветер дует хорошо, с Днепра здесь всегда прохладнее, чем там, где мы живем. Хотя здесь города у нас буквально с одного конца до другого можно пройти
минут пешком за 40, за 50. Ну, городок у нас тихий, спокойный, красивый. Уютный. Уютный. Наш. Видите, можно послушать живую музыку, можно покушать пиццу, заказать себе пиво. Некоторые, конечно, пили кока-колу, потому что, естественно, он за рулем. Ничего. И мы уже сидели или слушали, наслаждались этим концертом до самого-самого-самого окончания его. Поэтому решили проехать на машине. Сейчас такси тоже надо где-то вызывать, ждать. Автобус уже, транспорт городской, естественно, уже не ходит. Поэтому... А уже ж без 10:11. Да, ну 11 считай. Ночи. Так, а сейчас мы выезжаем на центральный бульвар имени Шевченко. Мы его пересекаем. Да, пересекаем. О, самый центр наш. Направо Сосновка. Не надо направо. Нам не нужно направо, нам надо прямо, да? Осторожно. Светофорный рубль работает. Не работает. Не работает. Светофор ночью отключили. Вот здесь центр йога, где я сегодня была на занятии. Сейчас я вам покажу. Кстати, для тех, кто смотрит Черкас, приглашаю. Приходите, очень уютный зал, очень классное такое место и для людей пожилого возраста, у которых есть удостоверение пенсионера, в субботу вообще бесплатно, а во все остальные дни 50%, то есть 1,5 часа занятий 15 гривен, а сегодня вообще бесплатно. На 9 часов. Очень даже... Вот где оно здесь? Тут на углу. А вот здесь. А вот он. Ага, вот вход. Так что приходите. Очень уютный зал. С подогревом пол. Причем подогревается. Кому надо, тому подогревается. Я легла сначала там, где подогревался. А потом встала, перелегла своим ковриком. Другое место, там и поряд, там подогревается пол и не подогревается. Ну, в общем, очень даже прилично, уютно и хороший такой учитель. Ну, там не один учитель, там разные ступени. Ну, для начинающих почти каждый день есть. Любое время, начиная с 7 часов утра. Так, все, спокойной вам всем ночи. А нам спокойно доехать домой.